Я в следующем году планирую заниматься, потому что я планирую связать с этим свою жизнь, и поэтому, конечно, я собираюсь здесь заниматься прямо до самого последнего года, когда только можно будет. Мы дико рады, что в этом году вышел проект «Камон Антон», короткий, но динамичный, активный, про молодежь Нижнего Новгорода, и мы очень надеемся, что он продлится и на следующий год. Спасибо огромное телекомпании НТВ за поддержку.